Приветствую, друзья! Прекрасное лето в 2021 году, и проект Protest Drive уже успел посетить только в этом году 65 городов, 4 моря, Белое, Баренцево, Азовское, Черное. Мы проехали десятки тысяч километров, уже почти 100. И одно из самых приятных путешествий было совершено на предшественнике этого автомобиля Mitsubishi Pajero Sport. Обновился и ждет своих новых покупателей. Это реально одна из самых важных машин в модельном ряду Mitsubishi. Сегодня он получил новую облицовку, он теперь стал точно такой же, как L200. Помимо дизайна, синхронизированного с L200, у нас вот здесь появилась светодиодная оптика, очень нужная в современных условиях и переводящая ночную езду на более высокий уровень. Светодиодную оптику не получит только базовая комплектация, у всех остальных уже будет совершенно новый уровень ночного вождения. К сожалению, не в каждом путешествии со мной была такая крутая съемочная группа, как сегодня, поэтому на YouTube у нас есть не все. Но если вы желаете посмотреть все наши приключения, они есть вот здесь, в Instagram проекте Protest Drive. Подписывайтесь, буду рад вашим комментариям, отзывам, лайкам, дизлайкам. Ну а сегодня нас ждет еще одно интересное приключение. Для Mitsubishi Pajero Sport мы сегодня придумали интересный маршрут с двумя локациями. Сегодня нас ждет созданный энтузиастами в советском районе дом Шрека. Вы удивитесь, насколько он похож на оригинал. И также мы посетим сложную трассу на карстовое озеро Чваниха в Нолинском районе, где нас ждет и песочек, и холмы, где мы испытаем все возможности полного привода Mitsubishi Pajero Sport. Поехали, сегодня будет круто! Ну что, здравствуй, новый Pajero Sport. Вот забавно, здесь сбоку есть заглушка для ключа. Но машина заводится с другой стороны. В принципе, все знакомо. Пожалуй, главная новация – это то, что у нас появилась цифровая панель. Впереди, я думаю, что она изменяемая. Со всем этим мы поиграемся в дороге. Вот, кстати, очень важный момент. Да, машина 21 века, но уже должны быть цифровыми панелями. И в Pajero Sport это случилось. У нас здесь остался традиционный привод Super Select. Одно из главных оружий, оборудованных в Mitsubishi Pajero Sport, позволяющих нам ехать как на заднем приводе, так и на полном с блокировкой и на полном с пониженной. Также у нас есть система помощи при спуске и внедорожный режим. Коробка у нас 8-ступенчатая, гидротрансформатор, классический и дизельный мотор. Идеальный набор для внедорожника. Ну, ребятки, мультимедиа, скажу, ну, наверное, не самая продвинутая, да? Хотя, в принципе, я думаю, владельцу внедорожника это не самая важная история. Рояльный лак в отделке центральной, поэтому готовьте микрофибровую тряпочку для того, чтобы убирать пыльку. Ну и вот я не знаю, Mitsubishi, где вы берете эти кнопки? Да, я как руководитель лучшего в городе дизайнерского агентства этого не могу не заметить, да, потому что все выполнено в определенной стилистике, кроме вот этих кнопок. Ну что ж, пусть будет. Руль у нас полностью мультифункциональный, смотрится он неплохо. Апелляция к спортивным достижениям Mitsubishi. Здесь у нас подрулевые лепестки, переключатели. Надо отметить, очень удобное сиденье с электрорегулировкой. Ну, я думаю, что мне будет вполне комфортно. Кстати, Mitsubishi Pajero Sport предыдущего поколения я порекомендовал купить своему товарищу, у которого было два автомобиля, Touareg и УАЗик для внедорожных приключений. Пожалуйста, порекомендуй мне машину, на которой я могу ездить и на выходные куда-то на рыбалку, и, соответственно, передвигаться куда-то далеко. В декабре он купил себе Mitsubishi Pajero Sport предыдущего поколения, и мы вместе с ним отправились в город Геленджик. Но об этом будет другая история. Несколько лет назад на этом же самом месте мы встречались с генеральным директором Mitsubishi Motors Rus Осаму Иваба. Mitsubishi, как и все бренды, проводит регулярные встречи с своими покупателями, поклонниками моделей. И основная просьба, которая исходит от владельцев, это минимальные изменения как во внешнем виде, так и в легендарных технических решениях для бездорожья, для того, чтобы эти автомобили сохраняли свое основное предназначение – штурмовать бездорожье. И у инженеров, маркетологов, дизайнеров очень тонкая задача. С одной стороны, делать красивые и привлекательные автомобили внешне, а с другой стороны, сохранять вот те самые легендарные традиции Mitsubishi. И в новом Mitsubishi Pajero Sport, мне кажется, это получилось. То есть вот эта современная морда с интегрированным светодиодным светом, с новой мультимедиа, это как раз-таки шаг за конкурентами. И при этом это полноценный, настоящий, легендарный Mitsubishi, который на бездорожье способен творить чудеса. И я очень рад встрече с этим обновленным автомобилем. Поехали, узнаем, на что он способен.
Сегодня для испытаний нам обязательно нужен полный бак. Такую машину, как Pajero Sport, я рекомендую приобретать только с дизельным мотором. Бензин нужен только тем, кому нужна динамика, хотя, мне кажется, здесь важнее экономичность. Дизельный мотор тянет неплохо. Посмотрим, хватит ли наших сегодняшних испытаний полного бака солярки. Здравствуйте. Дизель, пятый полный бак. Две бутылочки воды, местный какой-нибудь вкусный. И кофе капучино, хорошо? Пожалуйста. Спасибо. Друзья, у нас сейчас будет традиционный тест на гостеприимство салона Pajero Sport. Как мы разместимся с традиционными путешествующими напитками? Да, друзья, водичку мы традиционно разместим в двери. Кофеечек от молодцы Mitsubishi. Очень мои любимые фиксаторы на пружинках. То есть мы можем сюда поставить стаканчики абсолютно любого объема. Моя водичка поедет вот здесь. Заводской расход топлива вы сейчас видите на своих экранах. Какой он получится в реале, может быть, в конце теста вам расскажу. Но у нашей машины пробег 6 километров. Обратно мы вернем его, он будет в 100 раз больше. Очень надеюсь, что одного бака нам хватит. Давай, Pajero, поехали. Первое ощущение, которое приходит за рулем Pajero Sport, это то, что ты ковбой. Приходит оно от такого фирменного покачивания. То есть даже если вы будете просто притормаживать в городских пробках, такое фирменное покачивание вам обеспечено. Но могу сказать, что наше путешествие в Геленджик туда и обратно, расстояние 5000 с лишним километров, в общем-то, прошло вполне приемлемо. Надо привыкнуть. Если вы ездите на седане или на таком жестком кроссовере, конечно, вам будет эти покачивания необычные. Мотор у нас 181 лошадиная сила. Это не очень много. Сейчас посмотрим, как он будет обгонять. Но, друзья, пока мы едем в потоке, расскажу, что было для Pajero непреодолимым препятствием. Мы с моим товарищем отправились на гору Плоская, это между Новороссийском и Геленджиком. Потрясающее место, отличная видовая точка, с которых видно обе бухты. Пока была глина, грязь, небольшие камни, Pajero, собственно говоря, все съедал, все проезжал. И казалось, даже там, где ехать нельзя, мы ехали нормально. И когда валуны начались уже размером более полуметра, мы поняли, что дальше ехать нельзя, с обоих боков кусты. И вот здесь сыграла роль длина автомобиля. Потому что необходимо было, понятное дело, развернуться. И на разворот нам понадобился час и топор. К сожалению, пришлось вырубать кусты вокруг дороги. И вот это вот 5-метровые габариты автомобиля не позволяли нам сделать это оперативно. В гору автомобиль идет на достаточно высокие уклоны. Здесь в помощи и блокировка, и полный привод. Да, кстати, вот те, кто прется 70, мы, в общем-то, обгоняем достаточно легко. Сейчас нам нужно будет оттормозиться в потоке плавно. Кстати, педали, информативность педали очень высокая. Без рывков. Не идеальный вариант, когда ты выравниваешься по скорости с впереди идущим автомобилем. Потому что тебе разгоняться нужно будет из равных условий. Я предпочитаю обгонять ходом, то есть когда у тебя есть преимущество, и потихонечку закрывать калитку не спеша с впереди идущей машиной, чтобы уйти на обгон, имея хотя бы минимальное преимущество в скорости. Но вы знаете, вот я уже сказал про минусы Pajero, да, о том, что есть такая валкость в поворотах, это все-таки физика и геометрия не дает себя обмануть. Но я все равно в этой машине чувствую себя кайфово, есть ощущение, что ты едешь на какие-то приключения, и они сегодня нас ждут прям гарантированно. Я посмотрел видео про домик Шрека, еще весной, прям сразу же загорелся. Но поскольку дороги там практически... Ох, как, кстати, легко. Посмотрите, как дизелек-то тянет, а? Ребята, хорошо. Есть дорогие обгоны, да, когда тот, кого ты обгоняешь, начинает сопротивляться. Кстати, сопротивление обгона я считаю самым большим преступлением. Особенно на трассе, потому что человек, который вас обгоняет, он рассчитал примерно, наверное, вашу скорость, сколько он будет находиться на встречной полосе, рассчитал расстояние до впереди идущего автомобиля. И вот это вот препятствие обгону, поверьте, оно людям может стоить жизни, поэтому если вас обгоняют, как минимум, не меняйте скорость, а по-пацански будет даже немножко скинуть ее. Хотя тот, кто обгоняет, естественно, он за все отвечает, он должен быть готов ко всем раскладам. Да, кстати, комментарий от пассажиров заднего сидения в том, что ребята у нас высокие, ростом под 1,90 м, и им немножко не хватает высоты потолка. Вот здесь спереди им было бы обоим комфортно, мне со своим 1,70 м вообще отлично. Зато один из плюсов – огромнейший багажник, куда можно разместить лодку, мотор, кучу рюкзаков, палатки, и я думаю, место еще останется. То есть вот сейчас, сидя на переднем сидении, я не чувствую, что он в валке. Конечно, если я начну активно работать рулем, все это почувствуют, особенно пассажиры заднего сидения.
Да, пока движемся, стоит отдельное спасибо сказать дорожникам. В этом году я намотал почти 100 тысяч километров по дорогам необъятной. И, надо сказать, таких хороших дорог еще не было. Друзья, пришло время поставить телефон на зарядку, и бортовой компьютер сразу же предложил мне подключить Apple CarPlay, и это прекрасно. Кстати, CarPlay, мне кажется, это неотъемлемая часть современного автомобиля, он должен быть везде. Ну вот он дошел до Mitsubishi Pajero. У нас осталось 50 километров до пункта назначения, первого на сегодня. Друзья, мы свернули с трассы на Советск перед рекой Вятка. В этих краях мы когда-то искали Йети, очень много упоминаний отсюда о том, что здесь их видели. Не знаю, насколько придуманы, не придуманы. Документальных, конечно, подтверждений никаких нет. А сегодня мы здесь едем искать сказочного героя, которого зовут Шрек. С Советского тракта, не доезжая реки Вятки, мы у заправок поворачиваем налево, проезжаем 4-5 километров, и слева у нас дендрологический сад. Друзья, авторы проекта пустили нас на территорию дендрологического парка в виде исключения. И чтобы подъехать прямо к домику Шрека ради красивой фотографии, нам сейчас придется воспользоваться внедорожной мощью Pajero и прям попробуем сделать самые красивые снимки отсюда. Поехали! Друзья, я под эстетическим впечатлением. Вот этот проект построили ребята из Суводского лесхозтехникума, что близ города Советск. И это реальный арт-объект, как будто бы построенным крутым архитектором, мультипликационером, Уолтом Диснеем. Ну что, попробуем зайти внутрь? Есть кто живой? Свечи горят, значит, хозяин где-то рядом. Мы с восхищением, удивлением и гордостью посетили это место. Оно, безусловно, войдет в список рекомендаций тех мест, которые нужно посетить в Кировской области. И я, разумеется, оставлю отзыв. Друзья, я с удовольствием открываю места в Кировской области. И благо, есть такие люди, которые умудряются построить вот это. Ваши дети точно будут в восторге. Да что там дети, я в восторге. И любые взрослые мужики тоже порадуются тому, как реализован этот проект. Хозяин топит камин. И теперь это место становится еще более атмосферным. Так хочется здесь остаться, но нам пора двигаться дальше. Дом у Шрека пока, а мы сейчас попробуем выехать отсюда самым сложным маршрутом. На то нам и Pajero Sport, чтобы не искать простых направлений. Обожаю эти моменты. Вся наша съемочная группа сказала «Нет!», а мы с Pajero это сделали. Ребятки, дендропарк Суводского лесхозтехникума продолжает меня удивлять. И, кажется, вот этот объект был построен еще раньше, чем домик Шрека. Это дом Хоббита. Вспоминаем «Властелин колец». Блин, такие ребята молодцы. Друзья, хоббиты пригласили в гости, и я немножечко снова в эстетическом шоке. Мы, в глуши, да, в лесах Советского района, и вот музеи, которые достойны быть где-нибудь в большом городе, в каком-то парке тематическом, да. Здесь все реализовано с очень большой любовью, с большим количеством деталей, и очень атмосферно, прям вот. Если вашим детям от 3 там, до 12 лет, я думаю, они будут просто в эстетическом восторге. Так же, как и я. У
уже есть первая вау-эмоция сегодняшнего дня. И с тем, какое классное место построили ребята, просто студенты, просто энтузиасты. И порадовал Паджеро. Он сегодня выехал самым необычным маршрутом, но основные испытания его еще ждут впереди. Друзья, если вы будете двигаться по дорогам относительно хорошего покрытия и в пределах ПДД, я думаю, вообще дискомфорта никакого на Паджеро Спорт вы не почувствуете. Однако, если будете вваривать побыстрее и дорога приобретет не совсем ровный рельеф, вы будете чувствовать и покачивание, и завалы, то есть геометрию здесь не обмануть. Но вот то, что у коробки 8 ступеней, это прям очень хорошо. Это не только обеспечивает плавность хода, но и позволяет на трассе двигаться на высоких скоростях достаточно экономично. Друзья, 230 километров позади. Один раз я всего лишь включал на Паджеро пока полный привод для выезда из дома Шрека по самому экстремальному пути. Вот. Во всем остальном нам хватает заднего привода. В принципе, на сухом асфальте иного и не нужно. А участок с основными внедорожными испытаниями у нас впереди, перед озером Чваниха. Кстати, место, которое я открыл в этом году и уже съездил туда два раза и с удовольствием еду в третий. Что правильно сделали, да, то есть машина не поменялась глобально, это тот же самый хорошо знакомый нам Паджеро Спорт предыдущего поколения, но уже с более современным фейсом, с более современной оптикой, и учитывая то, что мы запаздываем с графиком съемок, сегодня мы заценим и ночную езду. Один из главных плюсов, которые я вижу, мы проехали 4000 километров и проехали 25 всего. То есть это гарантия того, что нам хватит топлива без дозаправки на сегодняшний день. И это значит, что даже новый, необкатанный Паджеро Спорт весьма экономичен. А едем мы, особо не стесняясь, в динамике. Ну что, друзья, у нас первое достойное испытание для Паджеро Спорт, немножко адреналиновое, и оно связано с преодолением речки. Вот там, за этой речкой, находится храм, о котором я всегда мечтал побывать. Его видно с трассы, но проехать к нему нужно в объезд 20 километров. Сейчас мы попытаемся сделать это благодаря Паджеро Спорт напрямую. Господи, помоги. Поехали. Съездить на машине по дорогам, пусть даже как бы сложного рельефа, это одно. Вот пересечь речку вброд, это как раз про эту машину, это то, что дает тебе воспользоваться максимум ее преимуществ. Здесь и дорожный просвет, конечно, влияет, и высоко расположенный аккумулятор, точнее генератор. Вот. Ну и, конечно, наличие блокировок и полного привода здесь было для нас большим плюсом. Друзья, я десятки раз видел верхушки этого храма с трассы. Казалось, что оно рядом, но чтобы сюда проехать, нужно сделать крюк 25 километров по грунтовке. Но благодаря Паджеро Спорт напрямую через речку Буй мы добрались до вот этого прекрасного места. Ну вот, ребятушки, начался песок. Я продолжаю ехать на заднем приводе. И вот там, где песок глубокий, вот как сейчас впереди, уже начинается неконтролируемый снос траектории. То есть ее тащит. Ехать по-прежнему можно, работая рулем правильно и аккуратно. Но вот нас уже немножечко стащило. Пришлось временно подключать полный привод. И тогда, конечно, машина все решает. Вот. Ну, ради испытания я продолжу ехать задним приводом. Сядем, так сядем. У нас для решения этой проблемы есть и блокировка полного привода, и межосевая блокировка, и пониженная передача, поэтому нам бояться на этой дороге нечего. Ну все, друзья, на сегодня мы в финальном нашем пункте назначения, это карстовое озеро Чваниха. Мы ожидали увидеть, как его практически безлюдное, но в итоге он просто-напросто. Кругом палаточные городки. Это чудесное место в плане того, что здесь кристально чистая вода, волшебный лес, как будто бы из русской сказки. Сейчас мы здесь искупаемся. Сегодня, благодаря Паджеро Спорт, мы открыли три уникальных места в Кировской области. И до всех из них он нам позволил добраться в самом интересном формате. Поселок Воскресенское, мы перелетели брод. Сюда мы добрались, собственно говоря, вообще без всяких проблем. Даже, собственно говоря, больше пользуясь задним приводом.
Слоган на двери автомобиля «Выбор, открывающий возможности», мне кажется, как никогда точно передает возможности этого автомобиля, потому что, ну, безусловно, каждый автомобиль – это набор неких компромиссов, иногда что-то можно потерпеть. То есть, да, есть определенная валкость на трассе, но любому внедорожнику это свойственно, и это абсолютно нормально. Тот арсенал традиционный, который остался в Mitsubishi Pajero Sport, такой как полный привод, благодаря системе Super Select, подключение блокировки и пониженной передачи, позволяет справляться с глубоким песком, бродами. Сегодня весь этот арсенал мы задействовали. Что могу сказать? Pajero Sport удалось сохранить все свои внедорожные гены, получить вот такую вот симпатичную мордочку, получить более современную мультимедиа, теперь совместимую систему Apple CarPlay и Android. Ну и что могу сказать? Путешественникам, которые отправляются в дальний путь, с такой машиной откроется гораздо больше мест, потому что ехать можно дальше, ехать можно более интересными маршрутами. Да, единственный нюанс, с которым мы столкнулись в горах Геленджика, это то, что автомобиль очень и очень длинный, поэтому, пробираясь куда-то далеко через кусты, всегда помните, что, возможно, дорога может закончиться совсем, и вам придется разворачиваться. В тех моментах нам пришлось доставать топоры, доставать сучкорезы и час заниматься тем, чтобы распиливать ему дорогу для того, чтобы просто развернуться. Обратите внимание, какой у нас огромный багажник. Сегодня у нас поместилось туда все съемочное оборудование, стульчики для отдыха, просто огромная шторка. Ее я рекомендую всегда закрывать. Почему? Потому что она дает лучшую шумоизоляцию. Сюда спокойно поместится лодочный мотор, непосредственно сама лодка, спальники, палатки. И то есть путешествие вчетвером и даже впятером на этой машине вполне возможно с большим количеством поклажи. Цены на автомобили, конечно, существенно изменились, и теперь базовая комплектация начинается примерно от 3 миллионов рублей, а чтобы получить такую топовую версию, придется отдать аж 4. Вся оптика претерпела изменения, и вот вытекающая прямая из задних фонарей теперь стала чуть короче, хотя, честно говоря, я думаю, многие будут вот до сюда делать какую-нибудь тонированную накладку в цвет кузова для того, чтобы машина выглядела примерно вот так. Самое главное, нас еще ждет это впереди, потому что солнышко уже заходит. Это светодиодный свет. Безусловно, современная машина должна быть оборудована именно им. И те, кто купит машину в базовой комплектации, к сожалению, эта опция не достанется. Обратите внимание просто на дорожный просвет. Да, у меня практически входит нога вот сюда над колесом. 219 мм у нас по самой нижней точке. Автомобиль очень хорошо защищен снизу. Ну и, наверное, главная рекомендация путешественникам, которые собираются вступить в клуб поклонников Mitsubishi Pajero Sport, выбирайте машину с дизельным мотором. Сегодня весь путь длиной почти в 600 километров нам хватит для того, чтобы преодолеть его на одном баке. Машина ведет себя вполне экономично, хотя мы не в самом спокойном режиме едем, то есть тестовый режим, он постоянно какие-то обгоны, развороты, проездки и так далее, мы очень часто останавливаемся, но бака топлива нам на сегодня хватит, то есть машина может быть вполне экономичной. Ну и если вы рассматриваете для себя внедорожник, то самое время бежать в ближайший дилерский центр Mitsubishi для того, чтобы одним из первых опробовать его на трассе. С вами был Виталий Трейден, проект Протест Драйв. Здесь вот мой инстаграм, здесь канал YouTube. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик. И увидимся на дорогах нашего города. Пишите в комментариях, какие машины в ближайшее время вам было бы наиболее интересно протестировать. Пока! Ну и последний приятный сюрприз от Pajero Sport – это возможность испытать его светодиодный свет. Мы с удовольствием катим домой. Очень мягкий, плотный пучок света, который действительно переводит ночную езду на совершенно новый уровень.